Вот это каждая химия. Мы прокапаемся, идем домой, и я не знаю, как будет, что будет, как он себя поведет. Здравствуйте, меня зовут Василиса, мне 26 лет, я из Украины. В один прекрасный момент Миколка начал жаловаться на боли в животике. У нас поднялась температура, и мы попали в больницу. И в одну секунду тебе говорят, у ребенка рак. И он все время плачет и боится. Он просто панически, он видит иголку. Я не могу его остановить. Я вынуждена держать его в руках. Вот это страх потери. Это просто ужасно. Потому что ради него надо... Не надо плакать. Чтобы он не видел мои слезы, не чувствовал, что что-то не так. Иногда я просто не выдерживаю. С 17 лет я пошла работать. Я не просила. Так обстоят дела, так складывается жизнь, что я вынуждена. Не для себя. Для ребенка. Я думаю, что каждая мама меня поймет. Каждая мама знает, что самое ценное в этой жизни — это дитё. Пожалуйста, ради ребенка.